Добрый вечер. Добрый вечер, Венера. Привет, Венера. Мы рады тебя приветствовать в магазине «Саваш». Меня зовут Оксана. Меня Марина. Очень приятно. Мы будем помогать тебе менять твой стиль. Я вижу, ты уже изменилась до неузнаваемости. Тебе очень идет короткая стрижка, спасибо тебе большое. Очень идет этот макияж. Но сейчас мы будем подбирать для тебя одежду. Но прежде мы хотим предложить тебе прогуляться по магазину буквально 5 минут, не больше, и выбрать тот комплект, который ты предпочла бы сама. Хорошо. Дальше мы будем смотреть, подсказывать тебе, ругать, может быть, хвалить, и, соответственно, предложим то, что, в общем-то, подобрали для тебя стилисты и дизайнеры магазина «Саваш». Ну что, у тебя есть всего лишь 5 минут, я предлагаю не тратить время зря и отправляться уже в магазин на поиски чего-то своего. Хорошо. А зачем она пошла к спортивным костюмам? Она его взяла, ты посмотри, это просто вверх. Как это можно было сделать? Ну, просто, как бы, я думала, задача работа, да. Коктейль, но можно спортивный костюм. Можно она работала в спортивном костюме? Ну, может быть, она фитнес-тренер? Слушай, нет, и не учитель физкультуры в школе даже. Это очень странно. Мы встречаем Венеру в новом образе, в том, что выбрала она себе сама. Нет, просто нет. Что это? Это удобно. Куда? На улицу выйти, здесь нет гулять. Может быть, ты работаешь инструктором по фитнесу или школьным учителем физкультуры? И это твоя рабочая форма? Нет, ну это не красиво, но удобно. Не женственно. Ну, а в принципе, подбираешь ты как одежду? По удобству? По удобству. То есть весь гардероб по удобству? Да. Это... А женщины когда мы будем? Сегодня. То есть мы будем меняться? Ты согласна? Да. Тогда я предлагаю тебе, в общем-то, не выбирать плюшевые костюмы ни в коем случае, да? Никогда. Несмотря на то, что это модно и очень красивый цвет, но это совершенно не твое. Давай мы померяем то, что для тебя подобрали дизайнеры марки «Саваш». Вот. И, в общем-то, посмотрим, что скрывается за этим спортивным костюмом. Я думаю, что надо сначала сказать, чего никогда не стоит подбирать. У нас есть проблемная зона живот, у нас есть достаточно высокая и вполне пышная грудь. Так вот, не надо никогда обтягиваться, запихивать себя в какие-то маленькие размеры или выбирать, наоборот, что-то балахонистое. После примерки, я думаю, станет очевидно и понятно, какие фасоны подходят именно тебе. Венера. Венера, вы искусственная женщина. Так. Сам. Где? Ищи себя. Венера. Ведущий дизайнер марки «Саваш» Лариса, познакомься, да? Подобрала для тебя вот это вот замечательное платье. Лариса, расскажи, что за фасон, почему именно такой, и что, в принципе, нужно носить девушкам с таким типом фигур? Да, ну, я решила предложить такой вариант. Это свободное силуэта платья. Мы слегка подчеркнули талию таким узким ремешком, что здесь очень хорошо, очень хорошая комфортная ткань, здесь 100% вискоза. Еще это, конечно же, рисунок этого платья, то есть это черно-белый горох, это то, что вы можете как бы носить и на работу, и на какие-то торжественные мероприятия. Пластика. Применить. Да. Здесь хорошая длина рукава, которая, в общем-то, тоже для вашей фигуры. Очень. А самое главное, что оно комфортное, и вы же чувствуете? Да, очень приятно. Да. И... Вот Ларисе удалось совместить и удобство, и комфорт, и мод. Да. Но я хотела обратить внимание на ворот. Вот здесь достаточно неглубокий вырез. Но будьте осторожны, не подбирайте себе наряды с еще более узким воротом.
Старайтесь иметь в виду ДКТ. Хорошо. Ну что ж, мы тогда идем в примерочную мерить второй лук. И ждем вас на подиуме нашем. Ну а мы встречаем Венеру. Венера. Венера, мне очень нравится. Мне тоже нравится. Мне важно. Везде, я думаю, как можно. Ларис, расскажи нам об этой чудесной блузке. Да, вот такой получился у нас хороший комплект. Блузка, очень модный силуэт сейчас, такого плана, как ти-шот, то есть такого свободного силуэта. И здесь использована очень такая актуальная сейчас вот в трендах тенденция использовать перфорацию. То есть перфорированные вещи вот с таким рисунком, это лазер. Это, конечно, сейчас очень-очень популярно. Вот. Но мне кажется, здесь кое-чего не хватает, и мне хотелось бы добавить в твой гардероб еще вот такой вот клатч, который подойдет, на мой взгляд, как раз к моему образу. Такой получилась такая осень, осенняя девушка, да. У нас, да? Девушка как-то вот, ну, по типу вот так все очень как-то удачно. Самое ключевое слово – девушка. Девушка. Не женщина, не то, а девушка. Молодая, стильная, стройная. Да. Очень красиво. Мне нравится. Ну что ж, наши осенние девушки преобразились. Они практически в одной цветовой гамме. Очень модная в этом сезоне, я хотела бы добавить. Да. И Лариса готова подарить им их комплекты. Да. Рада вашему преображению. Спасибо. И мы большое. Снова ждем вас в магазинах «Саваш». Очень буду рада. Спасибо большое, было очень приятно.